В Московском океанариуме первый раз показали детеныша северного морского котика, передает RT. Рождение этих животных в неволе – большая редкость. В зоопарках российской столицы этот вид давал потомство лишь однажды за последние 20 лет. Котик питается молоком матери и уже начал переходить на рыбу. Малыш перестал бояться сотрудников океанариума, а это значит, что появление перед публикой не вызовет у него стресса.